Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня 23 мая. Итак, грушка отцвела. В этом году весна немного запаздывает, где-то от 10 до 12 дней. И поэтому даже и обработки тоже некоторые сдвигаются. Именно сейчас важно обработать грушу от ржавчины. Когда листики чистые и красивые, самое время обработать. Особенно, если в этот период у вас идут дождики. Даже очень легкие, росяные, то есть или грибные, немного-немного, уже на можжевельнике сразу пузырится ржавчинный гриб и заражаются груши. Поэтому обрабатываем. Обрабатываем, если у вас утром уже где-то плюс 13-15 и днем очень жарко, обрабатываем скоро. Пакетик 2 мл на 6 литров воды. Если же у вас холодно, меньше 10 градусов по утрам, смешиваем хорус 3 грамма и скор 2 мл на 6 литров воды. То есть делаем смесь 6-литровую и обрабатываем. Удачи вам всем! Спасибо за внимание!